Где вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Готов? Все хорошо? Черт! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините, у меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть, а я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте, вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали 2О. Да, добавить корпы, вот, так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе. Не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. Ха. Тут не так. Надо перенаправить цепь.
О, ты не хочешь попробовать сам? У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет, с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь. Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Пущена от МДЖ. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся, работа подождет тебя здесь. Что это? Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? Ах, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо, до связи. Так, ужин у МДЖ. Сложно... Эй! Первая версия моих эжекторов! До ее звонка я могу не... Много поработать. Покажи уже всем свое лицо, мерзкий злодей! Не смотри на меня, человек-паук! Я... Эй, обернись! Парни, тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки.
арестим полицейских. У нас вызов из Hudson Yard. Spider-Man, the situation's under control. Нападите на меня! Спойлер, будет сдача! Привет! Я купил продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Лечу. Попробую тебя удивить. Подозреваемые уходят на доминированном грузовике. Проследуйте к северу от Хаусон-стрит. Питер, ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. МДЖ. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Тот офис. Возможно, внутри есть что-то, связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Чуть крысу не прибил. Надо убрать этого типа с дороги. Мартин Ли платит боссу? Да. Этого зверя мы создали для Ли. Ли финансирует проект босса. Все счастливы. Хреново. Если что-нибудь уронить, это отвлечет его внимание. Босс разозлится, если заметит. Нужно проникнуть в тот офис. Так на что босс тратит деньги, полученные от них?
Что они строят? Это все для Ли? На пыльцу. Осторожно. Все эти деньги он тратит на пыльцу. Ты ее пробовал? Чуть-чуть. Босс еще не доделал рецепт. О, от нее так трещит. Я что-то слышал. Это что было? Это я от пыльцы. Это место пугает меня. Все нормально, кажется. Потихоньку. Для чего нужны эти огромные колеса? Где она? Я же тут ее оставил. Эй, кто-нибудь видел отвертку на 16? Новая пила. Эй, кто... Стойте! Где она? Я же тут ее оставил. Стойте! Где она? Я же тут ее оставил. Эй, кто-нибудь видел отвертку на 16? А откуда у нас новая пила? Это было. Эй, кто-нибудь возьмет еще пиво после этой смены? Что это? Какое-то военное оборудование? Вот и офис. Но на пути к нему много людей. Кажется, это важные бочки. Алхимакс. Знакомое название. А что здесь? Босс, не надо! Ли не заметит! Надгробие. Ты прав, Рик. Не заметил. Потому что нечего будет замечать. О, черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Я разочарован. Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Все нормально. Это звук. Ну давай.
получилось. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Здесь должно быть что-то еще. Ну вот. GPS-трекеры. Для чего они над гробью? Так, братва. Уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что надгробие почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот... без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала... может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не помощницей. Партнером. А... только не это! А! Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм, звучит знакомо. О, финдиректор Аскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Привет, это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндише? Посмотрим. Финансовый директор Аскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат. Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит он супербогат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Партнеры! Хорошо звучит. Отлично. Пока, партнер. Полиции не помешает помощь.
think so. Bonjour. Спасибо за помощь, человек. Возможно, внутри есть еще. Кто-то тут спешил. Человек-паук! Ты ранен? Я да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша. Парни в масках схватили его и силой увели к нему домой. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Ты слышал? Стало за! Рад, что вы здесь. Не могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. И вы тут работаете? В этом здании к охране парковки относятся очень серьезно. Хорошая драка. Пятерка за старание. Лифт не вариант. Они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Подберусь поближе и вырублю. Тебе, Мауди. Ты
Я почти на месте. На свет не выползаем. Лишнего шума. Высокое здание. А, нехорошо. Быстрей. Вот ведь. Нехорошо. Это Стэндиш. Ладно, что теперь? Вводи свой пароль. Он, кажется, нервничает. Стоит вырубить его. Барабаньки. Выключаем. Кажется, я оторвался.
Ладно, все чисто. Надеюсь, Стэндиш в порядке. Еще разок. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер. Платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Давай, давай! Стойте, этот лифт! Почти достал! Старайтесь падать медленно! Есть! Порядок? Да, наверное. Да. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? А, Юрий? Ну ладно. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь. Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилане.
Но если попросишь вежливо... Мне сообщили о подозрительной коробке на крыше вахты кухни. Можно вызвать саперов, но вдруг это просто научный проект какого-то школьника. Да, понимаю. Дефицит бюджета и все такое. И... Пожалуйста, посмотри. А? Ага, волшебное слово. Я надеюсь, это научный проект какого-то школьника. Как я скучаю по тем временам. Школьные проекты были проще, реальны. Сообщение от Дока. Заменять потерянные конечности их копиями, если можно улучшить их. Разумеют вернуть потерю, но мы можем дать им кое-что лучше. Не обязательно придерживаться стандартов человеческого тела. Мы можем пойти дальше. Нужно это обдумать. Док очень воодушевлен. Лишь бы не перегорел. Контроль агентам. Какова ситуация в Номаде? Блокпост атаковали демоны! Один из голубей Говарда. Погоня начинается. Пока я здесь, нужно... Если я с ним разберусь, то он сможет следить за грузами надгробия.
Должно сработать. Сейчас испытаем. Нужно следить за сигналом. Он приведет к грузу, который везет надгробие. Надгробие. Сколько же